И вы сейчас просто кайфанете. Посмотрите на эту ситуацию. Попробуйте по видео угадать дату. На календаре, ребята, не поверьте, 1 октября 2022. На наши пляжи анапские приехали отдыхать еще люди. Вы можете увидеть, сколько их здесь. Температура воздуха за дюнами 29. Возле моря температура воздуха 26,1. Температура воды 24,9 градуса. Это просто фантастика, ребятки. Больше информации хотите, подписывайтесь на наш телеграм-канал Мориос. Там всегда более быстрые, коротенькие видеосюжеты приходят к вам быстрее всего. Посмотрите, сколько людей купается в море вместе с своими детьми. То есть водичка действительно очень теплая. Единственное, южачок 4-5 метров в секунду. А если бы его не было, у нас бы вообще, наверное, все прятались где-нибудь от солнца. И также рыбаки ловят рыбку на пляже. Ну и поближе давайте посмотрим. Люди не спешат вылазить, купаются в больших количествах и получают максимум удовольствия. В общем, какое там у нас 62-е. Ой, 62 августа, что ли.